Всем привет, я Тэмми Ли, барабанщик проекта The Cats. Я расскажу вам о том, как мы использовали Roland в работе над нашей дебютной EP Hard Reset. На концертах и в студии я использую V-Drums с дополнительным модулем SPD-SX. Вообще, на мой взгляд, Roland — это лучшие электронные барабаны. При работе в студии я просто включаю набросок нового трека, сажусь за барабаны, начинаю играть, и когда мне действительно что-то нравится, я просто нажимаю запись, и никаких микрофонов и посторонних шумов. Что касается SPD-SX, я закачиваю туда свои любимые сэмплы, эффекты, а также использую уже заводские банки драм-машин TR-808, TR-909. Специально для концертов я стараюсь прописывать все переключения заранее подготовленных банков в секвенсорах, что значительно облегчает мне живую работу. Основной инструмент, который я использую в музыке The Cats, это Roland Gaia. Максимально простой в использовании, все очень понятно, просто, информативно, интуитивно. Это старая школа. Глубокий, очень жирный, плотный саунд, невероятные по качеству эффекты. Также я использую его в диджей-сетах. Он просто помешан на всех этих штук. На самом деле я его очень хорошо понимаю. Мне самой безумно нравится использовать это оборудование, потому что оно настолько интуитивно простое. Я обожаю Гаю, на ней можно нарулить очень много интересных тем. В бейс-музыке очень часто используется дисторшн. Дисторшн, которым пользуюсь я, это гитарный процессор Roland GT-100. Я использую его практически на всех инструментах, включая барабаны. Я просто включаю Гая в GT-100 и начинаю крутить, пока меня реально не вставит. Очень скоро выйдет наша дебютная EP Hard Reset на лейбле Silent Music при поддержке Firepower Records. Приятного прослушивания!